5 и 6 января, накануне Рождества Христова, в Белгороде-Днестровском, в одном из городских скверов, возник древний город Вифлеем. Театральное представление, посвященное рождению Иисуса Христа, устроили прихожане религиозной общины Церкви христиан евангельской веры Світло Світу. Слава Вышне Богу, слава Вышне Богу на земле. Воспроизведение Рождества Христова издавна принято называть «рождественским вертепом». Это своеобразный театр, который показывали на Рождество и на святках. Кстати, в Украине славить рождение Иисуса Христа подобным образом стали более 200 лет назад. Рождественские псалмы и колядки – ожившее древнее представление. Праздник не только напомнил таинство Рождества Христова, но и подарил всем присутствующим хорошее настроение. А чтобы мороз не мешал наслаждаться постановкой, всех угощали горячим чаем и сладостями. И куда бы вы теперь, дорогие друзья, не пошли, помните, что Рождество – это необычный праздник. Это день рождения Бога. Юным акерманцам праздник запомнится еще и благодаря осликам и овечкам, погладить которых была возможность у каждого. А самых маленьких катали на верблюде.